которую мы настраиваем на первую гонку, все впереди. По сравнению с Днестром, конечно, стоячая вода – это намного сложнее. Очень трудно акклиматизироваться, очень трудно привыкнуть к ней. Но тоже есть свои плюсы. Лодка легче поворачивает, легче управляется. И со старта, чтобы улетели. Ребята в течение нескольких недель плодотворно трудились для того, чтобы действительно достойно представить институт, представить нашу республику. В студенческую лигу входят более 75 вузов Российской Федерации. Пятое место из 35 лодок. Я считаю, это успешный результат. 3, 4, в дальнейшем мы будем развивать студенческую греблю и участвовать и в российских, и международных соревнованиях, и занимать призовые места. Выступили, я считаю, достойно. Я горжусь своей командой. Команда за очень короткий период времени стала очень сплоченной и показала все, что можно было показать. Постарались и выложились. Надеемся, в дальнейшем будем показывать более хорошие результаты. И будем стараться каждый год делать еще свои результаты лучше. Спасибо всем, кто организовал эти соревнования. Надеемся, в следующем году мы снова приедем сюда и приедем в Приднестровье только с первого места.